Байкеры детям. Красноярские мотоциклисты подарили уличную игровую площадку воспитанникам детского дома в Емельяново. Это пока первый в поселке городок с турниками и качелями. Его установили на территории местного храма. Именно это место для своего подарка байкеры выбрали не случайно. Мотоциклисты давно дружат с местным настоятелем. К тому же храм в центре поселка, и поиграть в городке смогут все маленькие жители Емельянова. 3 года назад мы начали проект, поставили маленькую песочницу, потом одни качельки, вторые. И приход растет, дети рождаются, слава богу. Плюс у нас вокруг в основном частная застройка. А в частной застройке не предполагается публичное пространство. Просто нет тех мест, где дети все вместе могут поиграть. И вот этим местом стала территория нашего храма.